привет, друзья из Алании. Это заключительное видео сегодняшнего дня. Сегодня у нас вторник, время 10 минут осталось, без 10-7, 10 минут до комендантского часа. Сейчас мы с вами немножко пройдемся. Людей становится меньше, машин становится меньше. Оштрафовано было. Смотреть мы это будем, я не знаю, когда, но неважно. В локдаун большой уже, когда будет. Оштрафовано было за 3 дня, которые 3 дня у нас были полного комендантского часа. Оштрафовано было только в Алании 30 человек, если я правильно понял. С того, что я видел, то штрафовали в основном и ловили людей на центре, где памятник Мустафе Кемаль Ататюрку в центре. То есть всех вот там на дорожке останавливали, проверяли. Так что по пляжам я такого не слышал, что по пляжам ходила полиция или жандармы и там выявляла нарушителей. Вроде бы такого не было. Но автобус заполнен так больше, чем половина там. Они уже не успеют, кто едет сейчас в Махмутлар, Каргиджак, они уже не вкладываются в комендантский час. 7 часов они не приедут. Очень много сегодня наснимал всего. По очереди будем все эти видосики смотреть, когда будет локдаун. Еще наснимаю много и завтра, и послезавтра. Обязательно. Машин еще довольно много ездит. Даже не верится реально, что все может остановиться больше, чем на 2 недели. Нигде никого не будет, кроме иностранных туристов. Но я им реально завидую, потому что... Особенно кто на своем транспорте, для вас пустые практически будут дороги. Там машин почти не будет. Джорджия поехала. Грузия, привет. Экскурсия от Камала. Еще довольно много людей там впереди по всей набережной. Ну, люди домой возвращаются. Отель Хризантем. Есть люди еще возле моря. В отеле Месут туристы на балконах наслаждаются солнышком, закатом видно будет с балкона. Солнышко еще вовсю светит. Привет, кто в Месут отдыхал. Там отель Аджар по этой улице будет. Тут много машин, это люди. Люди на море еще. Где-то по пляжам. Может, они в отеле в этом. Гонщик поехал на пыль. Сейчас взлетит. К White Gold точно поедет. Подъедет к White Gold и взлетит. Отель Аджар, привет всем. Седьмой пляж справа. Пляж Монте-Карло мы прошли, я про него, по-моему, ничего не сказал, но там никого уже не было в это время. Пляж Монте-Карло был пустой. Абакоя 11 отель.
человек из параллельного измерения попал, вы видите, в куртке, в шапке проехал. Ну, хотя, в принципе, если он сейчас будет ехать через час, ему это... Ну, хотя нет, куртка сейчас столичная. Легкий свитерочек, может быть, ночью, вечером. Но сейчас уж точно никак не нужна ни куртка, ни шапка. Поверьте мне, господа. Классная машинка, которая как в купе поезда, там есть все. И печка, и чайник. Нет, круче, чем в купе поезда. Шорты мои уже почти высохли. Почти, не полностью еще. Фух. Меньше 10 минут, напоминаю, остается до локдауна очередного, до 5 утра, который. И пару суток остается до локдауна, который до 17 мая. И 1 мая, и 9 мая, и Пасха, когда там 2 числа, да? Все у нас будет выглядеть одинаково. Стены родного дома, но зато в любимой Алании. И все равно можно будет выйти на улицу, сходить в магазин, по пути в магазин крикнуть «Ура!» и порадоваться, что мы живем все равно здесь. А, 11 пирс. Уже начинают приводить в порядок набережную, но ее помоют, почистят, все здесь будет красиво в мае месяц. Большущие работы были проведены, конечно, с этой великой обовской стеной. И с озеленением, и совсем, видите, новое, все новые газоны полностью. В мае все здесь будет радовать глаз. Цвести и пахнуть. Десятый пляж впереди, меньше все машин, чем ближе к 7 часам. Ну, тут, возможно, туристы сидят на пляже. Иностранные, возможно, которым не соблюдать можно все. Давайте до почты вас доведу, может кто-то не знает. Вот маркет «Три семерочки» с русскими продуктами и... Тут же находится почта по этой улице, ПТТ, ПТТ, может кому-то она нужна. Машин уже совсем мало, последние уже. Я думаю, что если ну, человеку можно там опоздать, да, там на какие-то несколько минут домой вернуться, да, то есть не будут на улице хватать, то вот на машине это уже, мне кажется, другое дело. Я не знаю точно, но там часто бывают блокпосты за Тосмуром, в Тосмуре, и, ну, то есть если человек на машине явно уже будет ехать 7 часов, когда уже как бы начался комендантский час, я не знаю, будут ли там эти поблажки, ну, насчет того, что 5 минут, допустим, уже дома, не знаю. Пешком проще это все, мне кажется, чем на машине. Но лучше, конечно, не опаздывать, а всегда приходить и приезжать. И пешком, и на машине приезжать вовремя и не нарушать. Потому что штрафы, ну, очень немаленькие. Ух, какая красавица тут живет, да? Вот она почта, друзья, и прогулочная улица района Оба, которая ведет к отелю Кайлай Азия. Машинки одна краше другой прям. Ну, я уже на такие не особо реагирую. Их тут очень много. Я реагирую только на Мацерати, на Ламборгини. Машины какие, вы сами видите. Bye-bye.
Ой, когда-то я вот этот бумер обожал просто. Сейчас уже я понимаю, что есть машины подобного вида, но которые мне как-то больше глаз радуют по своему дизайну. Все идет, время не стоит на месте. Так вот, 5T. И все, друзья, я пришел домой. Через пару минут у нас начинается комендантский час до 5 утра. Спасибо за ваши лайки, всем пока. И завтра продолжу снимать. На локдаун много еще всего наснимаю, и завтра, и послезавтра. Блин, апельсинок нет на дереве, так без них скучно. Так классно, когда идешь, и они висят. У меня еще все что-то до сих пор желание сорвать апельсинку. Я апельсинку так и не попробовал в прошлом сезоне с дерева. Мандарин пробовал, апельсин нет. И что-то вот все кажется, что они еще будут, блин, а их-то уже нету практически. Кое-где там, может, еще тут он висят, но они уже... Такие полу... А нет, не сгнившие, есть даже целенькие, но до них там не дотянешься. И вот она, эта улица, до отеля Кайла Азия, там Артемис Принцесс. Люди спешат, видно, что все спешат по домам, потому что уже через 2 минутки начало комендантского часа. Все, пока всем. И давайте я вам дойду, я покажу, по-моему, здесь тоже есть вот цветущий гранатик. Сейчас дойдем, давайте до него. Ой, машина какая цветочная, все в цветах. Купили, видимо, для украшения территории как раз цветочки. Видите, вот как уютно, вот такие дворики. Вот смотрите, какая красота, вообще обалдеть просто. И вот гранатики цветущие, плоды появляются. Красиво это выглядит. А вот плоды уже тут. На мушмуле попрощаемся. Сейчас покажу, как много мушмулы на дереве. Смотрите, сколько тут кило будет, если его все обнести, это дерево. Причем не рвут даже внизу на ветках. Вы видите, вот спокойно висит. Кто там живет, могли бы спокойно оборвать уже. Так вот много мушмулы. Урожай капитальный. Вот. Ну, собственно, всегда, наверное, ее урожай хороший, я думаю. Вот она уже. И спелая, даже если я вчера накупил. Котейка. Гаечки там у кого-то. Все, пока всем. Спасибо за лайки.